Да. Сорви. Ой, магаш. Первый рост. Озюн. Да. Оценочка нужна первому. Есть, вот забирай, вот здорово. Есть. Хорошо. Внимательно кидаться будет. Первый рост. Внимательно за захват. Вот первый. Так, взял ее. Хорошо. Стоять! На него! Не отпускай! До конца! Работай! Да. Открыли! Идет болевой! Все сделаешь! Нужна оценка. Начинай с рук. Алдал, время идет. Начинай с рук. Бей. Хват, нужна оценка. Че ты с ним стоишь-то? Есть, умница. Еще дальше. Наказывать не надо. Умница, то же самое. Ничего не меняй. Жестче, Кристина, жестче и за собой! Захватом за собой! Хоп, до конца, еще раз! Умница! Садись! Села! Заправь ногу глубже! Глубже ногу! Глубже под нее! Пойдет, Кристинка, пойдет! Больше, просунь руку. Бай, да, свой бери. Ее срывай. Тихо, ее срывай. Спиной к центру. Продергивай здесь, отсюда бросай. Не дать за ногу взять. Не дать поднять, за ногу держать. Вот, делай, Гори. Да, о, молодец. Только так. Ален, только со собой. Ничего не меняй. Только со собой сразу лево отходить. Тело идет! Держать! Идет удержание! Ален, правильно, главное двигайся, слышишь? Левой ногой за собой отходи! Только за собой левой! За собой! Пошла! Боли! Села! Держи! Села! Подняться, его все время ниже. Вот так. О, выход. Замечание. Красный пассив. Добавляй, Арсен! Красный!
день чемпионата Европы закончен. На сегодняшний момент определились медалисты континентального первенства. 23 страны представлены на этом чемпионате. Это достаточно хороший уровень. Ну и действительно, борьба показала хорошую подготовленность наших атлетов во всех дисциплинах, и в женском, и в мужском спортивном самбо, ну и, естественно, в боевом. Поэтому сегодняшний день завершен, но сюрпризы еще все впереди, потому что у нас еще 4 дня работы, поэтому ждем других дней, других схваток и более ярких побед. Спасибо большое.